Предрождественские дни в Дюссельдорфе. Вот так выглядит центральная улица Дюссельдорфа, Кёнигс-Аллея. Витрины дорогих магазинов. Дорогие духи. И золотишко. Кто может? Неплохо. Шикарный магазин парфюмерии. И сладости не помешают. Не одними духами жив человек. В этом магазине нестандартные, эксклюзивные сладости. И лавина огня. Не только в Америке. Наверное, вкусно. Старый город с его неповторимой рождественской атмосферой. А вот так выглядит ресторан в старом городе. И итальянцы приглашают нас поужинать. Рестораны, несмотря на то, что холодно, все едят на улице, всем тепло. Специально для нас. В старом городе кипит жизнь. Люди разогрелись, настроение все отлично. Рождественская елка перед мэрией. Такую трубку водяную мы еще не видели. Огромную. А вот елка перед мэрией. А здесь для нас пекут хлеб. Вот так вот. По старому рецепту. Это одна из лучших хлебопекарь города. Колесо обозрения. Почти как в Лондоне. Вот так оно выглядит. И стоит на центральной площади. У Рейна. Кто перепил, не может идти пожалуйста. И поехали.
так, старое и новое вместе. За колесом обозрения одна из самых старинных башен Дюссельдорфа. Эта башня с 1299 года, а колесо празднует рождественские праздники второй раз в Дюссельдорфе. А это наша телевизионная башня. Здесь ресторан. А отсюда, с этой площадки, открывается великолепная панорама на старые горы. А это часы, которых таких часов нет ни в одном городе. Добро пожаловать в старые горы. Жизнь в старом городе кипит. Жареные каштаны. Кажется, поехали. Один из лучших магазинов винных изделий. Каких коньяков тут только нет. Каких вин? На любой вкус. А любители водки, пожалуйста. Еще один уголок с рождественским рынком. Домик из настоящих пряников. Так и называется. Домик пряников. На прощание заканчиваем мы нашу сегодняшнюю прогулку посещением одной из самых шикарных галерей города Дюссельдорфа.